Трамп оскорбил жителей Черногории. Президент США считает, что агрессивная Черногория, несмотря на членство в НАТО, не вкладывает деньги в оборону. Черногория расходует на оборону 1,66% своего ВВП. Президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО, предусмотренной пятикраткой статьей Североатлантического договора. Говоря о Черногории в интервью телеканалу Fox News в среду, 18 июля, Трамп заявил, что американские войска не должны защищать эту страну, поскольку это очень несправедливо, ведь они даже не платят. Кроме того, американский президент обвинил жителей Черногории в агрессивности. По мнению Трампа, Черногория – это крошечная страна с очень сильными и очень агрессивными людьми. Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война, заявил Дональд Трамп. В ответ на заявление Трампа официальный представитель Североатлантического альянса подчеркнул, что статья о коллективной самообороне государств-членов НАТО безусловно и нерушимо. Он напомнил, что, согласно пятикраткой статье, нападение на одного – это нападение на всех. Президент Трамп четко обозначил, что США полностью преданы НАТО, и наш альянс силен, отметил представитель НАТО. Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 миллионов евро, то есть 1,66% ВВП страны. Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно отнеслась бы к расширению НАТО за счет Грузии и Украины. Источник. Русская служба DW. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.